здесь отрезку. Давайте начнем вот с этой точки. И опять посчитаем то же самое. Вот она точка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Замечательно. Пишу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11. Так. Не знаю, как можно. Это неинтересно. Потому что я сейчас хочу же не просто рассказать вам, как это режется пополам. А я хочу, чтобы вы поняли систему, по которой мы это делаем. Поэтому мне сейчас интереснее продемонстрировать метод. То, что вы придумали способ, это здорово. И это действительно здорово. Вот. Но я сейчас занимаюсь не этим. Итак, рисуйте быстрее картинки. Итак, теперь поехали. Из единицы резать нельзя, поэтому ее убираем. И, соответственно, здесь. Из тройки нельзя, из четверки нельзя, так, что у нас там? Из пятерки нельзя, кстати, потому что если прорежется, из двойки то тоже разрежется, да? Из семерки. Из семерки нельзя. Из десятки нельзя. Из одиннадцати. Из девятки. Почему? А нет, да, нельзя. Слушайте, здесь вариантов-то совсем мало. Из шестерки как раз скорее можно. Вот из восьмерки сюда нельзя, сюда можно. Правда? Так, из шестерки тоже сюда нельзя, сюда можно. Господа, на самом деле есть два случая. Мы режем или из восьмерки, или из шестерки. Ну, давайте я сначала посмотрю, что будет, если резать из восьмерки. Вот представьте себе, я отрезал так и так. Что в таком случае будет? А вот что будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А минусиков? Раз, два, три, шесть. Так значит, автоматически вот это тоже будет минусик. И мы должны всего лишь понять, это конкурентные фигуры или нет? Нет. Но на самом деле видно, что нет. Потому что здесь вот 4 клеточки, от которых в одну сторону торчат. А здесь 4 клеточки, а торчат в разную сторону. Значит, я не имею права резать из восьмерки. Восьмерку стираю. И заметьте, я довольно быстро понял, что режем только из шестерки. Ребята, заметьте, вот этот первоначальный надрез мы очень быстро нашли. Картинка оказалась простой. Значит, вот он, первоначальный надрез. Здесь и здесь. Теперь проставляем значки. Все легко. С одной стороны у нас идут плюсики. Вот я уже 6 штук поставил. С другой стороны идут минусики. Уже 7 штук поставил. Значит, автоматически здесь плюс, чтобы было поровну клеток. И линия разреза оказалась вот такой. Мне кажется, что задача у нас получилась, ребята. Получилось или нет? Есть ли у нас преобразование, которое переводит эту фигуру в эту? Поворот. Да? Да. Как она называется? Поворот. Поворот. Молодец. Только, ребята, не кажется. А смотрите, в чем идея. Когда идешь от 3 к 4 клеткам, то идешь по часовой стрелке. Здесь идешь от 3 к 4 клеткам, тоже по часовой стрелке. Ориентация одна и та же. Значит, действительно, в повороте осталось понять, где центр этого поворота. Да, пожалуйста. Покажите центр поворота. Просто пальцем на доске. Поворота вокруг этой точки, а на сколько градусов? Смотрите, если относительно этой точки поворачивать, то эта фигура повернется куда-то туда.
Нет, вы не правы. Пожалуйста, точку покажите. Замечательно. Когда вы ее повернете, у вас что произойдет? У вас вот этот плюсик перейдет в это, да? У вас вот этот плюсик перейдет туда. Спрашивается. Ну, угадать. Все, а остальные не нужны. Остальные не нужны, он уже решил задачу. Вот этот поворот. Давайте я для всех объясню, когда у вас есть вот эта фигура и эта. Надо было заметить, что вообще-то мы знаем, какая точка, в какую переходит. Ну, например, вот если эту точку обозначить А, то она должна перейти в такую точку А'. Теперь я вам рисую картинку, которая с одной стороны очень простая, а с другой стороны очень важная для всех этих поворотов. Господа, смотрите, вот если у нас есть поворот, который переводит точку, вот это О, это центр поворота, который переводит точку А в точку А'. Посмотрите, как здорово. У нас получается, что вот эта точка должна быть на одном и том же расстоянии. А точки, которые расположены на одном и том же расстоянии от двух точек, это так называемый серединный перпендикуляр. Кстати, запишите-ка себе, пожалуйста, эту фразу. Серединный перпендикуляр. Это очень, с одной стороны, простая, а с другой стороны, важная идея в геометрии. А вот такой треугольник называется равнобедренный треугольник. Это тоже очень важное понятие. Равнобедренный. Равнобедренный треугольник. Так вот, если вы знаете, что центр равно удален от этих двух точек, значит центр лежит на вот такой прямой обязательно. Хорошо. А еще вы замечаете, что у вас вот эта точка должна перейти в эту. Значит, ставим здесь В, здесь ставим В'. И серединный перпендикуляр, это будет вот такая прямая. А пересечение вертикальной прямой с этой диагональю, это вот эта точка. Господа, вы действительно правильно нашли центр поворота. Отлично!